это думаю, почему сегодня солнышко так светит? А я это думаю, почему у меня сегодня в глазах помутнение? Здравствуйте, Александра Ивановна. Я по вам так соскучился. Все-таки вы самый лучший преподаватель моей жизни. Ой, да ну тебя. Мы по тебе тоже соскучились. Аста, подожди меня тут. Я сейчас. Здравствуйте. Здравствуй, Денри. Что-то случилось? Что тут забыл Эдрин? Почему вы его приняли посередине учебного года? Он захотел учиться в нашей школе, так как он здесь учился до 9 класса, и 11 решил тут закончить, а не в других платных школах. Вот как? Понятно. Почему ты испытываешь такую ненависть к Эдрину? Это не ваше дело. Как ты давно здесь? Ну, это... А, уже пора на урок. Тогда потом побеседуем. Хорошо. Это что сейчас было? Что такое? Ладно, ничего, пойдем на урок. Ну ок. Здравствуйте, класс. Как вы уже поняли, к нам пришел Эдрин. Эдрин, можешь познакомиться, если хочешь, так как многие новенькие не знают о тебе, да и ты мог забыть. Всем привет, я Эдрин Уайлд, мне 17 лет. Я общительный человек и рад новым знакомствам. Могу с вами беседовать где угодно и как угодно. Можете звать меня на разные вечеринки. Я не буду против. Ну и, в принципе, все. Эдрин, добро пожаловать снова. Итак, я вам дам задание и уйду, потому что меня позвал директор. Ой, я уже все. Понятно. Погода сегодня, кстати, хорошая. Хотя говорят, что скоро может пойти дождь. Что-то учительница задерживается, и класс шумит. Ага. А ты что задумался? Да так, ничего. Насчет маленького Эдрина. Он неплохой паренек. Я с ним уже познакомилась. А ты что скажешь насчет него? Что, прости? А, ну я просто спросила, что скажешь насчет новенького. Ты что, не слушаешь? Я как раз таки все услышал. Просто... Что просто? Ничего. Давай поменяемся. Ну ладно. Ну да, как-то так. Угу. О, господин Денри, что-то вы сегодня неразговорчивы. Я сам знаю, когда и с кем заговорить, так что заткнись и не внимай тут свою речь из 80-х. Да ладно тебе, я просто сказал... Ладно, черт с ним. Ребята, кстати, насчет заброшек. Я нашел где-то поблизости одну заброшку, вроде как раньше он являлся домом. Хотя по разрушенному виду этого здания трудно сказать. Вы не против пойти туда? Да, да, давайте. Я, наверное, позову Денри. Вы не против? Да, конечно. Почему бы и нет? А ты, Эсма, что молчишь? Да я не пойду, у меня просто дела с учебой. Долги нужно закрыть и оценку подтянуть. А, ну, хорошо. Денри, я тут хотела кое-что сказать. Что? Ну, мы тут с ребятами задумали пойти в заброшку. И это идея Эдрина, да? А, ну да. Так ты пойдешь? Нет, что там вообще делать? Хотя бы ради меня, пожалуйста. Ладно, но я не знаю, что вы там забыли. Да так, просто прогуляемся. Ну здравствуй, двоечница. Мама, хватит. Я же обещала, что исправлю оценку. Просто не начинай все заново. А когда ты мне обещала? Месяц назад. А твои оценки все снижаются и снижаются. Ты что, хочешь в этой четверти теперь выйти на 2 вместо 3? Мам, хватит, прошу. Я все исправлю. Точно исправлю. То оценки низкие, то по дому ничего не делаешь, кроме того, чтобы сидеть дома и смотреть свой гребаный телефон. Мам, хватит! Мне уже надоело, что ты меня не слушаешь. И даже не стараешься услышать меня. Я пытаюсь что-либо делать. Я исправлю свои оценки.
Просто отстань от меня, прошу. Это ты никогда не слушал свою мать. И вообще, с каких пор ты можешь со мной разговаривать таким тоном? С весомых пор. Ты меня не понимаешь, и я тебя не понимаю. Не понимаю, почему ты меня не слышишь? И почему ты меня ненавидишь? Ненавижу? Где ты тебя ненавидела? Я тебя кормлю, пою, отправляю учиться, делаю все дела по дому и трачу на тебя время. Если уж я для тебя такая большая опека, то почему бы тебе просто не выгнать меня? Что? Что ты несешь вообще? Иди вон из моих глаз в свою комнату. С удовольствием. Пойдем на 45-ю улицу. Там есть заброшенный дом. Мне все это Эдрин говорил, но я точно не помню, дом ли это или замок.